systems that we have set up. Think about it. Так, стрим пошел. Замечательно. Или не пошел? Все, привет. Винт. Вижу, чат нормально работает. Да, стрим пошел. Все хорошо. Картиночка нормальная. Ну что, поехали. Не будем сегодня откладывать дело в долгий ящик. Кстати, я вчера заметил, на стриме у меня звук моторов, ну то есть звук игры был достаточно громким. Сегодня я сделал игру потише. На 3 децибела. Поэтому... думаю, будет получше. Так, ну что, Extreme 600. В общем-то, дизайн мотоцикла. У нас и так понятен. У нас вот этот вот Раша. Никакие части я не буду. Голос иногда пропадал или лагал. Это я знаю, но здесь я уже не в силах что-либо сделать. Скорее всего, это кодировщик OBS халтурит. Ну или просто перегружается. Главное, что картинка более-менее... нормальная. Со звуком я уже, к сожалению, ничего не сделал. Ну что, поехали. Extreme 600, первый сезон на новичке. И Китовый берег. Так, тут у меня реклама в телефоне вылезает. Поехали. Сразу квалификация. 1.44. Насколько помню, прокачка от того, что я на мотогран-при набил, остается и здесь. Сейчас пока нужно прикататься будет. Усесться поудобнее. Плюс, да, опять же, физика мотоцикла класса Extreme чуть-чуть другая. Вот эту трассу я помню очень слабо. Ну что же, что такое экстрим класс для тех, кто не знает? В Moto Grand Prix 3 этого не было, в Moto Grand Prix 2. То есть, можно сказать, это уличные гонки или гонки по пересеченной местности. Ай-яй-яй. Здесь нет боксов, как уже можно было заметить. То есть, начинаешь ты, когда стартует тренировка или квалификация, тупо с финишной черты. Количество участников здесь гораздо меньше, чем в Moto Grand Prix. Всего лишь 10, с учетом самого игрока. Ну и, собственно говоря, трассы тоже отличаются. Это не автодромы, опять же, это именно либо трассы городские, либо вот по каким-то, скажем так, диким местам. Бывает и такое. Так, третий сектор у меня лучше, и, скорее всего, это pole position. Да, как ни странно, это pole position. Опа. Все, я врезался. Ну, собственно говоря, ничего не надо. Так, кодировщик через одно место работает. У меня тоже по 60 FPS он перегружался. Надо обычную OBS поставить на эту студию. Понятно. Ну, я уже не буду с OBS-кой, так сказать, играться. Мне как-то желания нет. Я тут с Moto Grand Prix намучился. Итак, первый ряд. Вильнёв Нишикава. Второй ряд. Ода Мюллер. Третий ряд. Лоутон Дойл. Четвертый ряд. Монтес Террет. А пятый ряд, пятый ряд, Куртсайт и Ферино. Ну, все это гонщики вымышленные, у них они выступают за вымышленные команды по двое. В общем-то, ничего сверхъестественного. Все так же три круга, если что, количество кругов можно менять в настройках, но на новичке это значение большого не имеет. Все равно, что один круг, что три, в общем-то, все это спокойно выигрывается.
Трасса здесь в целом, в общем, покороче, чем в MotoGP. Ну и плюс, опять же, на некоторых кругах из первой попытки буду, то есть даже при старте с места завоевывать поулы. Опять-таки, тут участников меньше, плотность результатов гораздо ниже. То есть, по сути, здесь на что-то претендует, ну, буквально, там, человека 3, помимо тебя. Потому что того меньше, поэтому ничего удивительного будет, если одни и те же люди будут занимать вторые, третьи, четвертые места. Ну вот, как видно, я уже оторвался от второго Нишикавы на 7 секунд, меньше, чем за круг. Да, кстати, вот на этих трассах практически не будет зон вылета, то есть никаких газонов, гравиев и так далее. То есть, либо трасса, либо стена, чаще всего. Ну, вот здесь мы видим рельс безопасности, который рядом со скалами находится. Календарь гонок, естественно, дублирует полностью то, что в мото-гран-при, то есть те же самые страны. Начинаем мы с Южной Африки, дальше будет Испания, Франция, Италия и так далее. Интересные есть треки, своеобразные. Что касается самих мотоциклов, то они отличаются по физике, естественно, от мото-гран-при. У них меньше максималка, они сами себе чуть-чуть потяжелее управляются, то есть инерция у них куда серьезнее. Вот это было круто. Врезался в один рельс, меня отфутболило в противоположный. И авария. Вспоминается Фернандо Алонсо на Гран-при Бразилии 2003, когда он врезался в колесо Марка Вебера, лежащее на асфальте. Потом врезался в стену из покрышек и отскочил, как футбольный мяч, уже в этот, в отбойник, в стену. И все, и гонка была остановлена. Вот так вот. Не знаю, к чему это рассказываю, эти факты гоночные, но просто что вспомнилось. Собственно, преимущество наше не думает даже уменьшаться, все отлично. Кстати говоря, ладно, сейчас первый этап доеду, скажу. Надо не забыть. Видим, даже тихо-тихо, даже мотоциклы гораздо тише себя ведут. Да, кстати, когда вы врезаетесь, вас это считается вроде как падение, и поэтому время не засчитывается зачетное. Вот такие дела. За счет того, что, конечно, мотоциклы помедленнее, чем мото-гран-при, управлять гораздо легче ими. Несмотря на то, что трасса достаточно сложная. То есть тут такие прям группы поворотов серьезные, но опять же. Насчет низшей скорости у них все полегче. Мотоциклы других классов потяжелее, но и побыстрее. Ну, собственно, все, практически финишная, ну, прямая, не прямая, финишный спурт, я бы сказал. Тут, да, торможений нету, будет сейчас скоростная дуга, и все, и финиш. Ну и все, победа. Так, ну что, отбойники либо забор, либо стена. Ну да, я об этом сказал. Вроде эти падения могут быть смертельные для гонщиков. Но в таких условиях, безусловно, естественно, ты представь себе, ты врезаешься в рельс, а там еще и вдобавок обрыв, ты просто улетаешь с мотоцикла и все. Но здесь все очень просто, никаких повреждений мотоцикла, как вы видите, нет. Уж тем более повреждений для гонщика. Так вот, пока тут все доезжают, просто увидите, какие тут отрывы будут огромные. Он не шикал, в полуминуте Ода практически вместе с ним финишировал. Остальные еще дальше. И я нашел тетрадку с еще одними своими записями. И там как раз таки мое прохождение Moto Grand Prix 3. И могу сказать, что вот на этой трассе, вот в Extreme 600, вот на этом первом этапе, я приехал аж седьмым. То есть насколько сильно я лажал. Тогда это было аж в 2007 году. Вот понял, остальные аж в 50 секундах плюс-минус, это еще не все. Курцает почти в минуте. Видел, кстати, что Брикенсмен до стрима он зря потратил, как он сказал. По поводу Брикмана мы еще поговорим. Я эту тему не забуду. И потом по поводу того, что ты Винт написал
по поводу зрителей тоже объясню. У нас времени, в общем-то, 2 часа. Да, начисление очков тут чуть-чуть отличается от того, что в MotoGP, потому что здесь всего 10 человек. Ну, 11 добавлен, он не участвует. Вот. Поэтому здесь вообще топ-7 только получают что-либо. Да, вот, пожалуйста, $1000 за победу, круто. И все равно прокачивается мотоцикл. Причем очки прокачки берутся оттуда же. То есть, если вы закончили сезон Moto Grand Prix, эти очки продолжаются. То есть, не надо набирать отдельно в экстриме и отдельно в MotoGP. Итак, Андалузия. Самый короткий трек. Пол мы видим 1.04, но я вам гарантирую, что проеду гораздо быстрее. То есть, по сути, даже одного круга, если я не упаду, мне хватит, чтобы показать pole position. Такая трасса своеобразная. Тут одни, по большому счету, связки поворотов левое и правое. Единственное, что-то я чуть-чуть подзабыл, что к чему, какие скоростя должны быть. Ну так, трек один из самых легких. И коротенький, в него тут сколько, 7 поворотов будем считать. Раз, два, три, четыре, ну не 7, 9. Ну лично я считаю, всякие вот эти микроизломы я за повороты не принимаю, если что. Ну, видим. 1.04 время Поула. Я сейчас практически из 50 секунд выхожу. Если бы я не тупил в паре мест, я думаю, удалось бы еще лучше. Я сейчас проеду быстренько еще один круг. Все равно это займет мало времени. Да, вот теперь уже связки я прохожу гораздо интереснее, гораздо лучше. А вот здесь я ошибся очень сильно на входе. Начал входить раньше в поворот. Ну и мы видим, даже практически с 40 секунд я вышел. 43-42. Вот так вот. То есть ни с какой минуты 0.4 здесь сравнивать даже и нельзя. Красивая архитектура домиков, не то что у нас, только уровень жизни совсем другой в этих странах. Я вот эту вещь даже обсуждать не хочу, это одна сплошная грусть-печаль. Скажу сразу. Ну, мы все те же, Нишикава, Ода, Мюллер, Лоутон, Дойл, то есть даже в квалификации, по сути, все занимают одни и те же места. Все та же мадам-мадмуазель у нас на стартовой решетке, что и мото-гран-при, в тех же сине-зеленых шортиках, маечке с декольте. Все как надо. Все тот же зонтик она держит. Вот. Ну, опять же, да. То есть такая портовая зона, скажем так, где мы находимся. То есть здесь явно мы видим какой-то водоем, река, не знаю, море, порт, хрен его знает. То есть строение соответствующее. Так, тихо, не врезаться. Вот же мост, собственно говоря, тут то ли яхты, то ли хрен его знает, то ли какие-то грузовые даже суда, такое ощущение. И вот, да, домики как раз таки. Ну и гонка будет очень короткой, совсем короткой. И таких трасс тут будет несколько, которые проходятся быстрее минуты. Посмотрим, будет ли тут на легенде так тяжело, да и вообще на чемпионе. По поводу, скажем так, своего самого первого прохождения 12 лет назад. Тихо. Я, да, провел таки 6 сезонов. Я играл... Самый новичок про, и Extreme 1000 тоже новичок и про. Extreme 1200 я почему-то отложил. Ну, по какому-то своему принципу это проходил. Все эти гонки, сезоны. Ну вот, пожалуйста, то есть за где-то 2 месяца я наиграл 6 сезонов. Ну, я в день проходил, может, 1, 2, 3 максимум гонки, если они коротенькие были. Опять же, я в тренировках тут очень долго и упорно осиливал все это дело. Как, например, Ривьера, следующий этап вообще для меня был просто каким-то хардкором лютейшим. Пожалуйста, даже на таком коротком круге я уже нагнал
на круг Феррино. И все, он уже отстал. Он финиширует в любом случае уже последним. Думаю, все остальные, большинство круг только начинают. Вот так. Вот опять же, архитектура интересная будет и в той же этой Андалузии. И так далее. Вот, пожалуйста, гонка 2 минуты 18 секунд. А могла быть даже еще быстрее. Вроде можно любое из первых мест занимать, и будет 5 очков прокачки. Наверное, я сейчас не буду экспериментировать, занимать специально второе и так далее места. Ну, пожалуйста. Тут единственное, Мюллер провалил свою гонку, то есть Нишикава, но Нишикава первый, Ода, Нишикава второй, Ода третий. Мюллер только вот 1 очко набрал, а все остальное, пожалуйста, 6-3-2. И Эмилио Монтес ничего не набрал вообще. Ну вот да, со стороны, кстати, смотрится весьма неплохо. Визуальные эффекты солнца на закате, кстати говоря. Единственное, я вот эту ТВ-камеру больше люблю. У экшена много тряски и смены планов, не очень красиво. Ладно. Но для чемпионата первые вторые места надо занимать. Ну, естественно, безусловно. И опять же, денежка потом на поздних уровнях это пригодится. Так как нам нужен мотоцикл лучше, прокачка еще лучше и так далее. Ну что, это Гран-при Монако. Только во Франции. Хотя Монако, по сути, и граничит. Это Ривьера. Такой очень достаточно узкий трек. Тоже вокруг одни стены. Причем он немедленный. Скоростных тут участков будет предостаточно. И медленные, вот, пожалуйста, связочки, как здесь. И вот мы видим, есть то же самое на берегу моря. Достаточно широкая дорога. Тоже домики, пальмы. Ой, очень аккуратно надо здесь быть. Трасса узкая. Мне повезло, но как бы и не повезло, потому что все равно круг я запорол. Сейчас надо всю вот эту группу обогнать. Но если я так буду ехать, то я никого не обгоню. Подзабыл трассу. Хотя помнится мне, она мне очень понравилась в свое время. Хоть давалась она с большим трудом. Но опять же, проехать по ней кругов N-20, и я думаю, что все будет нормально. Как раз сейчас я до линии старта всех обгоню, и мешать мне уже никто не должен. Даже, да, несмотря, если бы не было вот этого падения, я все равно бы, кстати, занял pole position. То есть тут все еще проще в этом плане. Опять же, это сложность новичок. Что здесь еще говорить? Я думаю, если врубить какой-нибудь Street of Rage на уровне Easy, то я думаю, тоже First Run'ом он проходится. Я играл в Street of Rage в детстве, в первую часть. На нормале, по-моему, я до 6 уровня доходил. Вот такие дела. Не знаю ни тактики, не умею толком драться, ничего. Вот, пожалуйста. Все, пол. Классный звук, когда наезжаешь на бетон. Ха-ха. Ну да, есть такое дело. Ну, все то же самое мы видим. Первая четверка на старте не меняется вообще. Да, погоды, кстати, тут нет. То есть погода везде одна и та же. Нет дождя, нет облачности. То есть вот. Плохо это или хорошо, не могу сказать. Было бы интересно и под дождем на некоторых трассах выступить. Но, опять же, скорее всего, просто уже как смогли разработчики, что успели сделать, то и сделали. Неожиданно на второе место выходит Ода, а не Нишикава. Это разнообразие. Это прям серьезнейшее разнообразие.
Сейчас первый круг я сильно тут не буду лихачить. Потому что ошибки стоят дорого. Я понимаю, конечно, что я вряд ли гонку проиграю. Но лучше абсолютно точно выиграть. Блин, чуть-чуть я, наверное, ушел вправо. И со стеной едва не поцеловался. Тихо. Легкий такой. Пробуксовочка заднего колеса была. Из-за того, что я там по бордюрам попрыгал. Вот мы видим, Ода вышел на второе место. Отрыв у него тоже приличный от всех остальных. Тихо. Все нормально. Да, вот на вот эти вот бордюры, когда наезжаешь, такой ду-ду-ду-ду-ду звучок. То есть мне нравится, что здесь действительно вот прорисовки, по крайней мере, если не ландшафта, то асфальта, прям уделили внимание как надо. И даже вот, когда мы будем ехать по всяким мостикам, по брусчаточке, по деревянному мосту в Малайзии, то это будет прям слышно. Это прям зачет. То есть... Можно сказать, конечно, с натяжкой, но старались, старались. Хотя как с натяжкой, это гонки, здесь нельзя это сравнивать, допустим, с какой-нибудь GTA San Andreas, где ты взаимодействуешь с миром, здесь все-таки есть ты, есть трасса, есть соперники. А трасса, мотогонщики, вот этой 3D модели, прорисованы отлично. Все-таки врезался, ну ладно. Там у нас круговой. По курсу. Ну, вот эти эффекты, опять же, заноса, дыма, все это классно сделано. Это еще не на максималках, насколько я понимаю. Ну и все, победа. Мог быть лучший круг, кстати говоря. Возможно, в MotoGP 7 от этих ребят Climax сделали погоду, несколько новых трасс в чемпионате Extreme. Возможно, я даже не смотрел в Ютубе, не гуглил, что из себя представляет MotoGP 7. Как-нибудь может быть, но, опять же, посмотрим, как далеко я доберусь в Moto Grand Prix 3. Потому что, говорю, сложность легенды меня пугает, потому что я думаю, на Pro я намучаюсь. На легенде вообще будет одилище, тем более легенду надо пройти 4 раза. А то, может, какой-нибудь Женя Богацкий посмотрит, скажет, офигеть, он проходит сложную игру. Ну, ну да, в 36 секундах. Положение в чемпионате, я отрываюсь, что неудивительно. О, здравствуйте, пользователь с ником Ratofi, я так понимаю. Holy moly, what is this, haha. This is MotoGP 3 Ultimate Racing Technology. Old PC game. Так, ну что, поехали. Следующий раунд. Тоскана, один из моих любимых треков. 1.08. Учитывая, что мы спокойно из минуты выходим. Кстати, тут, по-моему, тема Италии как раз играет. На дальнем плане, скажем так. Ну тоже, блин, вот это вот слушать, вот это дрынь-дрынь-дрынь. Много времени подряд, это больно для ушей. Я считаю. Тоже, да, трасса такая. Ошибок скоростная, ошибок не прощающая. Потому что тут везде либо заборы, либо барьеры, либо вообще стены. Ну вот, пожалуйста, пол без проблем. Так, ну что. Цвет колеса — это пробуксовка или из-за чего он остается? Пробуксовка. То есть получается, когда соскакиваешь с бордюра, иногда бывает перекручиваешь, кстати говоря, тоже, когда два раза быстро газ нажимаешь, тоже пробуксовка от этого бывает.
когда в Moto Grand Prix 2 играть в эти в режим трюков, то там же нужно буксовать, и вот как раз таки в повороте как это достигается, да и напрямой. Ты уходишь в сторону и два раза резко жмешь на газ. Попытаюсь сейчас показать. Оторвусь. Хотя, ладно, вот в первом же повороте попробую это сделать. Заторможу посильнее. Вот, сейчас я просто затормозил. Вот сейчас я специально газом делаю пробуксовку. Тихо, тихо, тихо. Сейчас, да, сейчас от торможения колесо оставляет след. Кстати, в отличие от Наскара, здесь следы на асфальте не остаются. Ну, собственно говоря, не суть и важно. А нет, посмотрите, след от колеса был в повороте. Беру свои слова назад. А и вот он тоже от торможения. Все. Прошу прощения, игра. Я тебя немножко недооценил. Блин, здесь я чуть-чуть путаюсь в этих поворотах левых-правых. Вроде ничего сложного, но где-то я подтупливаю. Тоже очень короткий трек. Спокойно мы видим, из минуты я выхожу, даже он 47 секунд лучше круга, это далеко от идеала. Опять же, мотоцикл не прокачан. Скорости еще будут расти и расти, как ни странно, вроде думаешь. Едешь на пределе, но скажу вам, по 4, а то и 6 секунд, и 7 даже, я с этих времен еще могу поснять. Потом уже на более поздних классах с улучшенной прокачкой всего на свете. Еще лучше круг, 47.07. Да, рейтинг мой все растет. Do you buy things? No, Ratofia, it is old MotoGP and I am playing only old games because my PC is old too. That's why I'm playing this. Yeah, also my English is not so bad, it's not so good. Yeah. Ладно. Пожалуйста, за 13 минут 4 трассы пройдено. Ни хреново. Вчера за 13 минут я проходил гораздо меньше. Так, на ускорение надо потратить. Максималка тут особо нахрен не нужна. О, Барселона. Еще одна узкая, медленная достаточно трасса с своими претензиями, я даже сказал. Здесь у нас вообще ночь. Улица фонарь. Тоже море, кстати говоря. Тоже, кстати, хорошо здесь прорисована вода, надо заметить. Ну, домики такие все-таки несколько картонные на вид. Ну да бог с ними на самом деле. Так, 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 обгоняем всех. Извините, я не специально. Повороты узкие, мотоциклы широкие. Вот снова на этот великолепный берег мы возвращаемся. Пул, что неудивительно.
Никуда тут съехать, кстати, нельзя случайно. Все равно все как-то быстренько получается у меня. Ладно, бог с ним. Дорога немного с городским асфальтом смешивается. Улучшать комп мало смысла, если только не 4К играть или в новые современные игры на ультранастройках. Ну да, это как раз таки тоже имеет значение. Но опять же, я в современных играх, я даже не знаю, во что играть. Опять же, если к современным почитать, допустим, GTA 5 и Doom 2016. Да, GTA 5 там много вот этих всяких свистелок перделок, скажем так. Но, опять же, не думаю я, что она по разнообразию гораздо лучше того же San Andreas. Там вот внесли много всего, огромное количество. То, что там можешь, да, фотографировать на смартфон, общаться, там напиваться, хотя напиваться еще в четверке можно было, там ходить в стриптиз-бар и так далее и тому подобное. Ну да, это круто. Но... Ну сходишь ты в этот стриптиз-бар, ну разок, другой, третий. Ну и все. А как мы в Vice City любили, когда еще школу заканчивали, просто погонять с полицией, там, устроить беспредел, поставить чит-код панцир и разгромить на танке полгорода. Это ж круто было. И это можно сделать даже начиная с Vice City. В San Andreas еще больше всякого транспорта. Больше карты, но я об этом уже говорил и не раз. Кстати, этот трек мне давался 12 лет назад намного тяжелее. Я тут еле-еле тоже время показал. Не знаю, то ли я был такой тормоз, то ли ноутбук у меня был уже тогда. Ну, не сказать, что он тогда был относительно новый, ему второй год тогда шел. Ну, походу, для него эта игра была тяжковата. Либо все-таки я тормоз. Мне вот, кстати, интересно, каким образом, я думаю, все-таки здесь воссоздан, надеюсь, по крайней мере, что здесь воссоздан ландшафт реально вот города Барселона, там вот это вот Андалузии, это, ну, месте, я так понимаю, это местность. Или, может быть, даже городок, хрен его знает там. Ну, Андалузия — это город, Тоскана, я имею в виду. Вот, интересно, каким образом, потому что это часто все в Google картах, тогда все было как-то посложнее с этим делом. Я думаю, что разработчики все-таки подзаморочились как-то. Вряд ли они летали по, там, сколько, 13 странам, чтобы все это узнать, рассмотреть, сделать реально 3D-модели. Но реально впечатляет, очень приятно. Так вот, тихо-тихо по городу ездить. Трасса тоже короткая, если опять же из мото-гран-пришных трасс самая короткая — это Заксенринг, который там за 1.07, по-моему, я вчера умудрился пройти, то здесь он. Не, будут, конечно, еще длинные, как в Малайзии и Катаре, но все равно. Не сравнить. Так, ну вот еще финиш, еще победа, кто бы сомневался. В GTA San Andreas любил летать, делать миссию, чтобы дойти до как можно более высокого уровня, и в миссии пожарного. Миссии бесконечной после 12 уровня, ну да, конечно. Я в Vice City очень любил этого Виджиланта, причем плевать на танк. Я просто любил брать ФБРовскую тачку и расстреливать из минигана всех неугодных. То есть... либо догонять, либо вообще на перерез ехать и устраивать армагеддец. Да, быстренько, за 20 минут 5 этапов, и так мы, получается, за полтора часа уложимся. Ну, вряд ли, конечно, я думаю, в 2 будет. Ну, сегодня не в пример быстрее все это идет. А, стоп, я же без 15 начал стримить. Нет, все нормально. Все нормально. А то раскатал губу, понимаешь. Так, ладно, добавим максималки. Хотя, опять же, здесь, в Голландии, сильно... это не нужно будет.
Так, ну что? Хотя стоп, ты говоришь, миссии бесконечны. Насколько помню, в пожарнике, по-моему, все-таки на 12 уровне все заканчивается. Я под не знаю, в Сан-Андреасе, может, и продолжается. Хрен знает. Ну что? Ох, минуту 59 нам дают, чтобы проехать. Ну да, более-менее длинный трек. Скажем, такая деревушка непонятная. Вон мельница, красиво. Это трасса ни хрена не запоминающаяся, вот это вот. С вот этими вот поворотами, левый-правый, правый-левый. А тут у нас, по крайней мере, уже барьеры отодвинуты подальше в некоторых местах. Ай! Бывает. Ладно, до конца круга надо всех обогнать. Потому что они могут мешать. Ой, я Одо выпихнул. И сейчас чуть-чуть Мюллера эта участь не постигла. Так, вот здесь коварное место, ты уже разгоняешься до максималки, да, надо притормаживать. 267 наша максималка, ну да, здесь все-таки имеет место ее прокачивать, имеет смысл, так сказать, потом на будущее. Сейчас-то понятно, на новичке в этом толку нет, но вот на высоких сложностях, да, нужно с этими вот тоже очками прокачки играться. То есть, где максималка нафиг не нужно убирать, то есть ставить на управляемость, торможение, ускорение, а где-то наоборот. Потому что здесь, по сути, торможение, ускорение, ну как, они нужны. Но здесь вот я бы, например, больше поставил очков на максималку и на управляемость. Так, мой любимый поворот. Не забыть, что надо притормозить. Хотя тут вон стрелочки на это намекают. Ну и все. Неплохой такой круг получился. Да, быстро-быстро я упираюсь, конечно, в лимит по скорости. Роутрекер скачал игру с отключенными эффектами размытия, эффект жары, плюс увеличенная дальность прорисовки, поддержка широкоформатных разрешений, исправление Silent Patch. Если вдруг будешь стримить рано или поздно, я могу ссылочку дать. Ты имеешь в виду San Andreas, я так понимаю, Винт? Если да, то на San Andreas много вообще различных патчей, модификаций сделано там под HD и так далее. Ну пока, сейчас гоночка пройдет. Ну, все то же самое, первые 4 места неизменные. Да и по сути 5 и 6 тоже не сильно меняется, тут только остальные чуть-чуть разницу. Кстати, у остальных девочек вообще картонные, как манекены.
А такое интересное местечко, по которому мы ездим, напоминает то ли поселок, то ли деревушечку, но в хорошем состоянии. Либо такой пригородный городок, знаете, возле какого-нибудь областного центра, таких навалом, которые в хорошем состоянии, недавно построены. Дофига частных домов, то есть это-таки частный сектор. Отлично прошел этот поворот, ну что, теперь моя любимая секция. Вновь я проехал по тротуарчику. Да, вот звук кирпича интересный, когда по нему едешь, ну что. Сейчас должно быть очень хорошее время на круге. Главное не затупить. 1.18.78. Отлично. Так, круговой. Ну и все, очередная победа. Что неудивительно, даже еще и с лучшим кругом. Модов ЕНБ нету, трек напоминает сельскую местность, как бы название Low Country. Ну, это низины в русской версии, ну, в общем-то, да. Могу ссылку оставить, посмотришь на досуге. По сути, более-менее чистая игра, но совсем необходима. Также можно... Даже, там даже дарить моды можно. Да кидай ссылку, бога ради. Будет время, посмотрю. Просто, если что, Винт, скажу сразу, ты, да, там со мной общаешься в ВК, все это хорошо, все это прекрасно, просто я еще раз говорю, у меня времени свободного мало. Опять же, по поводу своих планов на следующие выходные я тоже расскажу в конце стрима. Спасибо за ссылку. И, так сказать, послушаешь все вот эти дела. Ладно, продолжаем. У нас уже 6 этапов позади. Сделано все это за 45 минут нормально, ну даже быстрее, потому что... Пока туда-сюда. Ну и вот говорил я, что одни и те же претендуют на призовые места. По сути, у нас Нишикава Ода все время занимает вторые и третьи. Даже там Ода один единственный раз был на втором месте. Что очередные открытия, очередная $1000. Очередные баллы. Так, у нас сейчас будет, по-моему, Британия. А, стоп, нам дали 4 балла только. Очень странно. Ладно, неважно. Нет, сейчас будет Бразилия. О, Копакабана. Причем самое интересное, я... Первый раз прочитал Капабланка. И сейчас у меня это вызвало разрыв шаблонов. Потому что я все время думал, что этот раз называется Капабланка, и всегда записывал ее так. Тоже чем-то похоже на Барселону. Единственное, такое уже поздний вечер. И даже ночь, что уж тут говорить. Тоже такие вот узкие улочки, на первый взгляд. Но вот эта вот середина, так сказать, будем считать второй сектор, это просто что-то вот прямо классное. Мы видим там статуя Христа вдали, будем еще проезжать. И вот этот вот, не знаю, вираж,
который проходит на огромной скорости, так мало, то тут еще и перепад высот. Тут еще и перепад высот, то есть резко уходит наверх и также резко уходит вниз. Это круто. Это прям вообще украшение. То есть это делает, ну, можно сказать, одна из лучших трасс тоже. Ну, по сути, конечно, кроме вот этого вот поворота смотреть не на что, но тем не менее. Все остальное это реально напоминает Барселону. Ладно, попробуем проехать круг гораздо чище. Сказал я и врезался уже в первый же отбойник. Но правда, мне круг не запороли. То есть красненьким он не загорелся. О, все. Ладно. Бог с ним. Да, такой слабенький. Личный рекорд 1.08. Тут спокойно можно даже из минуты выйти. Все. А, ну вот смотрите, Мюллер занял третье место, Ода четвертое. Обалдеть. Ладно, сейчас буду поаккуратнее ехать. А тут еще такой трамплинчик, я бы сказал. Резкий такой подъем, ухап. Ну тут вообще, конечно, вот это вот, блин, просто крутотень. Я, естественно, врезался. Вернее, как, я вылетел. Меня сейчас догонять будут. Конечно, вода не прорисована, по сути, это пляж, я так понимаю, слева. Но как-то он выглядит не очень. Надо все-таки чуть-чуть, наверное, газ от... Да. И все будет нормально. Пожурил он, если газ отпускать. Есть не только педали, две педали тормоза, задние и передние, но еще и можно затормозить, отпустив гашетку. Ну вот, пожалуйста. Как выйти из минуты на этом треке? Вот 58.23. Вообще без проблем. Мне интересно, я стал с возрастом играть лучше? Или все-таки в техническом плане? Потому что вспоминаю, как я проходил первый раз GTA Vice City, это, конечно, без слез не глянуть. И не миссия с вертолетиком для меня была самая сложная, а трюки на лодке, да и не только они. В некоторых местах я тоже тупил по-страшному. И без читов вообще, по сути, не играл тогда. Снова Ферино, вообще он так пропускает спокойненько. Я бы даже сказал, с огромным уважением, предоставив чуть ли не всю трассу. Мол, обгоняй меня где хочешь. Ну и все, победа. Декорации в виде лампочек, ленты. Ну да, мы же в Бразилии, здесь всегда праздник. Ну, по крайней мере, в больших городах. На перепаде высот отлично город смотрится. Согласен, вот, блин, вот здесь вот этот момент, вот этот вот холм, или как это назвать, где статуя Христа, вот просто прям цепляет. Ладно. Тоже посмотрим чуть-чуть со стороны. Сейчас даже... Не, ну вертолет вряд ли. Преследование как-то тоже мне не очень. Вот. Бортовая камера ведь сзади. Сейчас хотя бы кружочек под этому упаду на первом круге, но все равно.
Вот, по поводу Брикмана. Я обещал ответить на стриме. Так вот, взялся он за этого Хавока на Сеге. Но, опять же, взялся он сразу за эксперта с места в карьер. Здесь, понимаешь, как бы палка о двух концах. Во-первых, это его дело, на какой сложности браться. Да, там ему этот реквестер посоветовал на такой-то. Ну, да, понятно. Ну, опять же, это его дело. О, автобан, по сути, трасса из двух прямых состоящая. Вот это его дело. То, что он два стрима проездил зря, ой, проездил, ну, кто, у кого что болит. То, что он два стрима проиграл зря, да не сказать, он все-таки игру изучал. То, что единственное ему нужно было сначала ферстраном играть с нормала, а потом уже на эксперте, это да. Потому что, ну, лично я вот по себе могу сказать, игру проходить сразу на эксперте, это то же самое, что я бы сейчас начал с чемпиона. Я бы только на одном вчерашнем стриме, наверное, за 2.40 прошел бы, ну, может, трассы две. А может и одну, а может и не одной вообще. И тоже сказал бы, плевать на все хотел, я начну с новичка. Ну или там с про хотя бы. Хотя, блин, на чемпионе без прокачки, я думаю, это был бы просто полный трындец. Что-то мне подсказывает. Ну, вот. Каждый учится на своих ошибках. Поиграл он на эксперте, понял, что нельзя, надо на нормале. И, может быть, в следующий раз будет умнее в этом плане. Ну что да, у игры есть, допустим, там сложности easy, normal, hard. Но если по умолчанию стоит normal, то я, например, выбираю normal. То есть буду там проходить Streets of Rage, я не выберу easy, я выберу normal. И буду начинать с него, но уж никак не hard. И никак там hardest или что там еще идет. Какие там названия. Поэтому вот так. По поводу зрителей, ну, сам понимаешь, ретро-игровое сообщество, а это все-таки ретро-игровое тематика. Потому что здесь не школьники, которые рукоблудят на графон и так далее, и только современные игры признают. Здесь ретро-игровое сообщество. Оно своеобразное. Есть кто по приколу пишет там всякие шутки. Я тоже могу сказать, что у меня шутки, если так почитать, ничего смешного. Только я там чуть-чуть так посмеиваюсь, когда это пишу. Да и все. Ну да, просто я дурачусь и пишу такое, поэтому, может быть, там половина чата, а то и большая часть также сидит и дурачится. Делать вот там нечего и все. Потому что на полном серьезе тоже писать, комментировать, описывать все это дело, ну, не знаю. Иногда бывает настроение хорошее, ты думаешь, дай-ка что-нибудь напишу. Да, там есть такие люди, как Пират, который сутенер Степан в чате у него. Это тот еще шутник. Есть всякие там стаканы, любители и так далее, прочие ники. Тоже своеобразные шутники, ну как и я, собственно говоря. Поэтому вот так вот. Насчет мата, ну у меня тоже, да, вырывается, я иногда пишу. Да иногда не иногда. Ну иногда он на стриме бывает, когда тоже Battletoads я проходил. Я же все-таки, да, снизошел, скажем так, до обсценной лексики. Ну бывает такое иногда. Поэтому здесь, опять же, как огородить от себя вот это вот. Ну, просто открыть стрим либо на полный экран, чтобы видеть только окно стрима. Либо открыть окно так, чтобы не был виден чат. Здесь больше ничего не могу сказать. Пожалуйста, уже на середине прямой я упираюсь в лимитатор и ничего поделать не могу. Ровным счетом. Вот такие дела. Кстати, я смотрю, как-то Нишикава-то не сильно отстает от меня. Что-то он всего лишь на 7 секунд. На достаточно длинной трассе. Вот так вот. Либо, кстати, еще как смотреть такие стримы. Забить на чат, вот и все. То есть ты печатаешь что-то. Человек видит, что ты адекватный. Он будет читать твои месседжи. Вот и все. Изобретать велосипед тут, по-моему, не надо. По поводу сложности, ну, и так понятно. Зачем с наскока пытаться брать на эксперт? Даже вот взять тот же книгу джунглей, которую я проходил.
Проходил сначала на нормале, потом на эксперте. Хотя у меня были карты на руках, я все знал. Что да как, я знаю, что много жизней в этой игре, и где их взять, если что, и где взять бонусные вот эти лопаты. Но, тем не менее, надо сначала на нормале попробовать разыграться, и потом уже пробовать на эксперте. Я понимаю, что Александр Харитонов у нас знатный хардкорщик, он некоторые игры тащит просто на раз-два. То есть там взять того же, как он эту флеш-игру про, ну, там Рокочан, по-моему, проходил. Он буквально там за 40 минут прошел или за сколько там, и потом еще и режим Йоло включил, который тоже прошел. Ну что это его, скажем так, среда обитания, мегаменовские игры, и то же самое и Doom. Он играет на Ultra Violence вообще без проблем. Вот он Сигил этот играл, я так включил слегка посмотреть, он начал с первого эпизода, он просто легко, без проблем на Ultra Violence проходит. А я вон Doom 2 решил на Ultra Violence пройти. Два раза замочили на первом уровне, я понял, что нефиг выпендриваться, надо переключаться на Hurt Me Plenty и играть. И даже сейвы я использовал, да, я понимаю прекрасно, что я использовал сейвы, это видно. Я это не вырезал, блин, на стриме. И вот результат. То есть, да, прошел как прошел. Может быть, там, в следующий раз я сяду и как минимум пройду без сейвов всю игру. Там, первый, второй Doom. А может, потом и до Ultra Violence дело дает. Ultra Violence для меня станет такой несложной вариацией, скажем так. Хрен его знает. Блин, тут, да, все расплывается и чуть-чуть не видишь, что где творится, ладно. Ну, кстати, да, первая гонка, где преимущество мое не очень велико. Но, опять же, это из-за настроек мотоцикла, то есть тут торможение, ускорение, так сказать, управляемость не сильно важна. Вот, максималка важна сильно. Так, он у реквестера спрашивал, чем сложность эксперта хард от нормал. От харда. Он сказал, что ничем, а он не знал, что экспертом практически все убивает с одного касания. Угу. Сейчас, подожди. Кто там еще что-то выше написал? Не все у меня помещается в окошечко. А, все, нет, все правильно. Мне не нравится аудитория в ретро именно на Стригатора. Не нравится тебе игра, в которую я играю, можно не смотреть, но я бы лично не стал говорить на человека, что он стримит какую-то хрень. Ретро не то, что было в детстве. Другие стримеры спокойно стримят то, что не было в детстве, ничего. У нас же бред какой-то. Два сообщения выше. Ну да, я вижу. Ну вот да, у тебя, видишь, тоже свое мнение. Но тоже политика не нравится, не смотри. Хотя да, в общем-то она правильная. Но опять же, в ультимативном порядке тоже не должно быть, как скатилась в свое время киномания. Бля, реально шлак стримить, а им писать начали, а зрителям недовольным не нравится, не смотри. А зрителей таких было недовольных большая часть. И тут уже думаешь, кто виноват, стример или зрители. Вот. Опять же, ну да, кто-то вот приходит на тот же мото гран-при, смотрит там, лол, что это. Ну, я отвечаю, хочешь смотри, хочешь не смотри, дело твое. У меня просто это было, там, давным-давно. Потом я пробовал играть, у меня не шло. Ну, в смысле, не шла игра на компьютере, вот, на новом. Тогда еще. Тут бах. Блин, поколдовал туда-сюда. И все нормально. Вот, кстати, по камушкам еду, такой легкий звук слышен. Вот так вот. Поэтому такие дела. Ну, это, я бы даже сказал, сейчас не во время прохождения игры об этом рассуждать. Это, скажем так, тема отдельная вообще для разговора. Да и, собственно говоря, здесь тоже, опять же, сколько людей, столько мнений. Опять же, я со стрима никого не гоню. Даже если придет какой-нибудь откровенный тролль, начнет писать всякую хрень, я просто буду его игнорить. Я даже банить никого тут не собираюсь, ни в коем случае. Или какой-нибудь капризюн, который будет говорить, пройди мне вот эту игру, потом вот эту, потом вот эту. Ну, тоже, знаете ли. По поводу NES игр я уже говорил. У меня есть определенный списочек. Я буду потихоньку проходить. Список будет, естественно, пополняться со временем. А, я на поуле, кстати, да. Ладно, сейчас еще кружочек пройдем. Списочек будет, естественно, пополняться. Ну, на NES я, естественно, не собираюсь замыкаться и не собираюсь замыкаться на игры, которые вот точно были в детстве. Некоторые игры в детстве у меня были вообще поскольку, как пример Tailspin и DuckTales, в которые я вообще не играл.
Опять же, я в них поиграл. Хорошие игры. Ну, вернее, ну, все-таки первый DuckTales. Ну, ладно, хорошая игра, что я наговариваю. Tailspin тоже вполне. Ладно, меня, по-моему, понесло вообще как-то какую-то непонятную тему. Я уже сам иногда не понимаю, что говорю. У меня еще опять в висок побаливает. Но скоро, я думаю, это пройдет. На этой неделе я займусь этим делом. Так, тихо. Как-то мне не получается хорошо проехать круг. Круг тоже, кстати говоря, вот этот довольно интересный. Тоже такая сельская местность. Но вообще Shires. Это что-то вроде как раз-таки загородного тоже места в Англии. То есть есть же там всякие Нортгемптоншир и так далее и тому подобное. Сейчас не вспомню. О, 1.21. Вот это хорошее время. Вот. Еще одна точка зрения. У нас было то, что у других не было в детстве. И наоборот, тот же Game Boy черно-белый. Да, кстати говоря, и Super Nintendo. Super Nintendo тоже. Там была она у единиц, как Game Boy. На Super Nintendo много хороших игр. Кто бы там что ни говорил. Десяток уж прямо отличных найдется. То есть, как минимум... Я думаю, Mega Man X, или первый, или второй, или третий, а то, может, и все три. Как минимум, Super Metroid. Я думаю, и Super Castlevania вполне себе хорошая вещь. Да даже Contra Alien Wars, я просто как-то все-таки по контрам не очень, хотя зря, наверное. Тоже, я думаю, вполне. И Черепашки-ниндзя Turtles in Time, она, конечно, сложная. Но опять же, там есть уровни сложности. Пробуй на нормале. Не можешь вообще никак на нормале. Ну, давай на изи. А если тебе нормал, как легкая прогулка, давай на харде. Вот и все. То есть что-то обязательно найдется. Плюс опять же, взять там и Nintendo 64, там тоже что-нибудь будет. Это же не значит, что все плохое. Даже вот вспомнить этого человек, который обозревал Sega Saturn и Dreamcast, там же тоже были хорошие игры на этих приставках, хотя там библиотека гораздо беднее, чем у NES, Sega и SNES. Про ПК я вообще молчу. Даже, блин, я не знаю, взять какого-нибудь там сапера, косынку паука, это тоже вполне себе хорошие игры. Даже Макджонг я бы так не отказался бы постримить чисто по приколу. То есть обычный стандартный Макджонг на Windows 7. Вот эти вот доминошки собирать парные. Что-то в этом тоже есть. А, кстати говоря, вот тут особенность трассы, то, что тут, да, вот как бы пересекается такая лес с открытым пространством раз, и вот эта вот петля, которую я сейчас прохожу, которую, кстати, тоже надо проходить очень точно. Вот такие поворот на 270 градусов. Нужно все время поддавать тормоза, передние и задние. Да, вот здесь главное не врезаться, а то перед финишной чертой это будет очень весело. Так тоже хороший набор и скоростных поворотов, и медленных поворотов, вот пример. Трасса местами то сужается, то расширяется. Все как надо. Этот поворот медленнее, чем кажется, плюс тут еще трава и барьеры. Камешки гремят под колесами. Прикольно, прикольно. Брусчатка, брусчатка, если быть точно. Ну или, не знаю, тротуарная плитка.
Опа, у нас круговой. Ферино? Ага, угадал. Что, Ферино, я тебя обгоняю, ты уж извини. Тебе на круг мучений меньше. Так, дискорд я создал, как обещал. Ага, номер 7460. Надо будет потом в чат перечитать. Да, на Doom еще мегаватт CV Брикман стримил. Да, я видел, я же заходил к нему, когда он уже пятый эпизод стримил. И вот чуть-чуть я начал, когда он с первого уже запись смотрел. Когда он там до ночи сидел, это получается после рабочего дня, да, позавчера было. Но если бы мне вставать пораньше было, не надо было рано вставать вчера, я бы, конечно, остался бы до конца смотреть, потому что как он его гонял, этот кибердемон, по лабиринту, это круто. Это прям очень атмосферно. Ну вот, пожалуйста, на 40 секунд мы от Нишикавы. Так, это уже 9-й этап. Ну что, Прага. Тоже один из сложных треков. Коротенький, достаточно, как сказать, медленный и очень узкий. Одни дома, можно сказать, это как Гран-при Монако, только в классе мотогонок экстрим. Тоже быстрых поворотов тут нет практически, ну вот это вот скоростной излом. И все, тут тоже бордюрчики, брусчаточка. Такая теснота прям чувствуется. Ух, впереди меня прям целая пробка. Тут один другого обгоняет, другой третий. Пюллер, извини, мимо нас просвистел просто Ода. Вместе обгоняем Дойла с двух сторон. Еще один круг проеду, так сказать, для улучшения, хотя не стоит. Да, вот такой последний поворот. Опа, вот тебе, пожалуйста, круг в любом случае придется проезжать. Так, не, простите, господин Ода-сан, но я вас все-таки обгоню. Да что ж такое? Вот типа, блин, ну там, кстати, это амбуленс стояла на том кадре, где я упал, желтая машина. Следят. Тут неудивительно, да. Трек очень узкий, тут будет, конечно, тоже мучение одно сплошное. Опа, кто-то тоже упал. Тут будет, конечно, жарко на высоких сложностях. Может, обгонять тут тяжко. Вот эти вот два хитреньких поворота последних. Они гораздо медленнее, чем кажутся. И тормозить надо намного медленнее, чем кажется. Так, ну что, третья попытка. Впервые, кстати. В этих гонках я за первые два круга ничего не показал. Фу, блин, я уж думал, все. Так, там впереди стоит мотоцикл Монтес. По-моему, это он же и стоял круг назад, потому что целую минуту там торчит. Бывает такое у ботов, мы уже видели это в прошлый раз. Наш любимый Ферино, которого мы видели чаще всех за сезон. Потому что обгоняли его на круг. Бедный, что у него за мотоцикл такой? Что он проигрывает столько много. Ну все, круг закончен. Время в целом неплохое. Первое место. Нормально так сделать, даже машины рядом слева и справа. Ну вот же, о чем разговор. То есть, такой живой город.
Более-менее, конечно. Люди там не ходят, не смотрят, пальцами не тыкают. Но, тем не менее, нормально все. Ну, первая четверка все так же. О, какая красота на заднем плане. Прям, эх. Так, первый поворот надо войти первому. Получилось. О, Ода неожиданно вышел на второе место. Да, мостик, кстати, вот этот через реку тоже весьма классно смотрится. И водичка. Блин, зацепил таки барьер, ну ладно. В общем-то, на общее время это не повлияет. Это в квалификации нужно переживать. А в гонке, в общем-то, все эти лучшие времена большого значения не имеют. Там тебе только... Сейчас даже за эти лучшие времена даже ничего толком не дают. Я просматривал там в мото-гран-при, какие у меня времена, на каких местах, на трассах. И что от этого? Да ничего. Все равно трасса все эти в обратном направлении, в отражении. Гонщики открываются, когда ты просто рейтинг набираешь, и все. То есть, по сути, игра тебя поощряет за долгую игру и продуктивную. То есть, чем больше гонок ты выиграешь, тем лучше у тебя будет рейтинг. Тем больше ты откроешь. И, кстати, да, чтобы открыть все, нужно пройти как минимум все сезоны на новичке, про, чемпионе и вполне возможно даже на легенде. Как тебе, кстати, прохождение MotoGP 2 на новичке? Мне, если честно, не очень нравится эта часть, я буду чисто по MotoGP писать видео. Нормально так... стоп, я вот это не прочитал. Да нормально у тебя прохождение, ты очень неплохо, кстати, смотрю, вызовы проходил, прям лихо, я бы даже сказал. Ну, конечно, понятно, что ты там ездишь не идеально, но... Мы тут, собственно, не баллы ставим друг другу, а просто это игра. Я тоже вон местами так туплю, что стыдно аж. Вот. 6-7 июня сделать ретро-стрим по десетсу на устафе. Молодец, наверное, можешь приходить как комментатор. Ты имеешь в виду в чате, да, если комментировать? Смотри, сегодня у нас какой точно... Это буду... Поэтому... Может, и приду. Я не могу ничего сказать. 7 июня тоже я буду... Блин, такой у меня день щекотливый будет, я бы сказал. Потом расскажу. Чат или голосовая связь по Дискорду, Скайпу? Ну, посмотрим, посмотрим. Ничего, вот опять же, обещать не могу. 6-го, ладно, после работы, после 10 еще можно. Так, у нас Альгавр. Вот. В чате, да, в чате писать могу. Насчет скайпа и так далее, просто я могу добавить, скажем так, геморроя.
со скайпом и с голосом, потому что нужно настраивать звук на скайпе, нужно, чтобы скайп не тормозил игру и так далее. Потому что он тоже будет жрать процессор. Что, Альгавр, еще один интересный трек с отличным рельефом. Практически прямых тут нет. Тоже какая-то деревушка, что ли, такая горная, португальская. Да, вот этот поворотик, где надо очень аккуратно проходить его. У нас опять пробка. Я, кстати, как выезжаю, так вечно в пробку попадаю. Что за фигня, блин? Это так задумано, что ли, компьютером? Пока-то мода уперся в Мюллера, я прошел двоих. Ну, теперь все, оперативный простор. Поэтому, если вдруг я не приду или не смогу, прошу меня не обижаться, потому что дни могут быть разные по своей загруженности. Вот, кроме шуток говорю. Иногда после работы, блин, реально достаю пузырь водки и начинаю его пить. Ну, естественно, за ужином, потому что, как бы, мне нет желания, чтобы меня развезло, просто психологическая разгрузка. Иногда бывает такое, что и водки не хочется. Просто, не знаю, хочется реально сесть и ничего толком не делать. Поэтому посмотрим. Так, ну что, хорошее время мы сегодня покажем в Альгавре. 54.35, нормально. Так, как бы не срочно необходимо, но зрители познакомились с этой игрой, которую проходил несколько раз, понравилось. Как известно, у хороших игр есть продолжение. У этой игры несколько продолжений вышло. Это хорошо. Если не получится, могу на другой день перенести. Понимаешь, не надо подстраиваться под меня, винт. Надо жить, так сказать, для себя и играть для себя, потому что, ну, серьезно говорю, на всех, всем не угодишь. Так, ну что, лихо стартовали, лихо поехали. Это что-то, что меня несет немного. Так, хитрый поворот. Опять тема Италии играет, вот этот дрынь-дрынь-дрынь. Высокочастотная. Такой drum and bass, но без баса. Поэтому говорю, свободного времени у меня, к сожалению, немного. На лето я еще там позагадывал очень много вещей сделать. Просто я потом уже в конце стрима скажу свои планы на пятницу, субботу. Я не могу сказать, что там что-то охрененно наполеоновское, что мне там двое суток спать не надо, чтобы все сделать. Но, тем не менее, человеческий отдых тоже хочется. Я все-таки, да, несмотря на то, что я потребляю иногда, но я не сторонник всяких вот этих допингов и так далее. Потому что потом мучительно больно иногда бывает. Так, второй, да, второй круг закончили, третий. Ну что, вновь мы быстрее минуты едем на круге. То есть гоночка опять будет быстрая. Такой интересный трек, он немедленный, хочу заметить. Только вот эти два поворота медленные, что я творю вообще. А дальше все отлично. А, стоп, и опять мне круг почему-то не засчитывают. Хотя я ни во что не врезался, очень интересно. Да блин, не выдержала душа поэта.
Все-таки врезался я. Начало меня носить. Ну, кстати, я смотрю, да, такой, скажем так, стрейф-ран. То есть, когда ты бежишь, отталкиваешься от стены, и скорость реально больше, чем просто проходить на торможении все это дело. Это интересно. Ну и все, последний поворот, подъем. Мы почти обогнали на круг, скорее всего, это Феррино. И все, 2.51. Работа тяжелая, грузчик Лиса, но более тяжелая. Запись стрима сделаю, чтобы осталось видеоматериал Твича. Забыл в прошлый раз поставить галочку. Ну да. Я работаю, скажем так, продавцом в магазине стройматериалов. Но помимо этого приходится, да, и грузить, потому что стройматериалы вещь нелегкая. И помимо этого заниматься всякими распилами, то есть древесно-стружечных, фанерных и прочих материалов и металла. Ну и просто за счет того, что людей чуть-чуть не хватает, бегать не больше за счет этого. То есть вешаю достаточно много. Просто отдел сам по себе тяжелый. Если брать другие отделы, то там попроще. Ну и зарплата, естественно, больше, чем у остальных. Вот такие дела. Так, ладно, 12-й этап, или какой у нас уже там, пройден, так, за разговорами, да. А, 12-й только начинается, Токио. По-моему, я там уже стал чемпионом в любом случае. Да, широченная трасса в Токио. Двойная восьмерка, можно сказать. Так, ага, все. То что-то на схеме попутал, куда мне лево-право. Тоже трасса скоростная. Медленных тут участков практически нет. Да, местами она любит сужаться. Тоже, кстати, красиво прорисованы небоскребы, мостики. Вот это тут здание бордовое, фиолетовое, даже не знаю, как сказать. Тоже подъемы, спуски, вот этот туннельчик. Развязочка. Тихо, блин, ну нахрена, а? Ну ведь, как будто тут, блин, сотые сейчас что-то решали. Ладно, еще круг проедем, вспомним трассу. Она тоже не особо запоминающаяся, кстати говоря. Да, кстати, тут местами в обе стороны едут мотоциклы, что весьма прикольно, когда ты видишь, что кто-то там справа едет тебе навстречу. Так, ну все, главное не повторить ошибку, все остальное уже ерунда. Ну вот как я тут мог вообще вот уехать в этот бордюр? Ну что, о чем я думал, блин? Все, ладно, приехали. Я ж первое место занял, я надеюсь. Так, а, пока ничего. Ну, а, единственная трасса с туннелем. Ну да. Так, подожди, а, Тоскана, там тоже ж у нас туннель в горе. Так что не говори. Все та же четверка, ничего. Ну, на 40 секунд я не шикаво перейду. Да, я еще боялся, что пол позишн не займу. Единственное, вот эти девчонки, которые зон держат, как-то глаза далеко друг от друга посажены. Она кажется какой-то, не знаю, какую-то рыбину напоминает. Таким образом. А так, там постарались разработчики, молодцы. Все, что надо, нарисовано было очень хорошо. Фигура норм.
Так, тихо, башкой главное стену туннеля не снести, а то будет очень весело. Опять же, по бордюрчику видим, звук изменяется, кайфово. Да, такой скоростной трек. То есть тут скорость вообще вот, вот, наверное, самый медленный поворот, скорость 150 минимальная. Может еще в тоннеле там что-то вроде этого тоже будет. Так, постоянно едем близко к максималке. Так, тихо, тихо, тихо. Этот зеленый тоннель напоминает мне чем-то Need for Speed Underground. Там тоже, по-моему, были такие зелененькие. Только там столбы еще посередине стояли. Тоже зелененькие. На каких-то трассах. Так, так, так. Мой любимый этот. Мой любимый барьер, бордюр. Хрен его знает, как называется. Заграждение. Да, интересный такой достаточно скоростной трек, но, честно говоря, не особо запоминающий, потому что да, он широкий в меру, быстрый, то есть вот, вот, блин, говорю быстрый, все время в этом повороте чуть не улетаю. Даже страшно подумать, что был бы с реальным человеком, если бы он стукнулся в этот бордюр и улетел бы с моста, это ж все. О, Ферино! Hello, amigo, брачо, мучачо. Ты, как всегда, круги не добираешь. Это, конечно, очень сильную разницу тут сделали между гонщиками. Один все время в заднице в какой-то глубоченной, а еще двое постоянно второй, третий. Ну ладно, это дело. Сколько примерно понадобится, чтобы NFS пройти на стриме, если будешь стримить, вдруг пройдешь за один раз? Нагадаю, 3-4 стрима, если не меньше. Смотри, если Need for Speed, там, в общем-то, каждая гонка проходится в среднем со второго раза. Но я дрэг не считаю, потому что они там, по сути, продолжительность у них там 50 секунд. Ну, спидран я, по-моему, видел 11 часов. Ну, то есть часов, наверное, 20 уйдет на Need for Speed, если за один раз. На GTA до титров спокойно я могу за 5 часов. На GTA Vice City за 5 часов до титров, я думаю, спокойно у меня получится. Ну, может, максимум за 6. А именно все миссии, ну, хрен его знает. На Ферину так ни одного очка не набрал, но что логично, в топ-7 он хрен попадет. Вот так. Так, ну что у нас, этот, как его, Катар. Галф это вроде как залив, если я помню, так переводили это дело. Не посмотрел пол, да и не важно. У этой трассы есть тоже особенность, помимо того, что она широченная. И тут пустыня, ну домики есть, конечно. Но тоже рельефом ее не обделили. И тоже есть очень-очень скоростные повороты. Вот он сейчас будет. Еще и вдобавок для перепада высот, то есть горочка, опять же, я упираюсь в максималку. Вот тут можно вообще пройти без тормозов, я сейчас чуть-чуть затормозил. Вот поворотик очень медленный. Медленнее, чем кажется, несмотря на то, что тут горка. И вот здесь уже узкая трасса начинается. И подъем на гору. Ай-яй-яй, все упал, показав при этом лучший сектор.
И вот, что меня достаточно поразило в свое время. Вот на этой прямой тут начинаются какие-то ухабы, что довольно интересно. Вообще тут надо, по-моему, притормаживать даже, потому что можно так грохнуться и улететь. Странные дела. Весьма странные. Почему, что там, ровный асфальт не могли положить? Это же пустыня. Я понимаю, извините, в России тяжело ровный асфальт положить, это да. Но это ж ядрен батон, арабские страны, про которые я еще вчера рассказывал, что там за деньги делается все. Построить 600-метровое здание, привести концерт любой группы, любое событие сделать там, я не знаю. Вон, чемпионат мира по футболу все тот же, который в 22-м году будет, если я не ошибаюсь, конечно. И так далее. В одном месте асфальт что-то кривой. Может, конечно, так задумано. Но что-то я сомневаюсь. Так, мой любимый поворот. Ну, кстати говоря, оставшиеся трассы, по-моему, ничего особенного себе представлять не будут. Ну и все. Так, что там? По фильму «Крестный отец» неплохая игра. Надо тебе тоже глянуть будет, как и «Мафию первую». Можно в блокноте сделать блок на усмотрение, там список игр сделать, которые ему понравятся. Знаешь, я не делаю в блокноте, например, блок на усмотрение. Я просто делаю игры для прохождения. Потом, если что, я вот просто просматриваю, думаю, ну нафиг мне вот эта игра. И удаляю ее. Вот и все. То же самое, мне там накидывали, как-то помню, название игр. Может быть, даже это был ты. Я что-то посмотрел. Думаю, не, я это удаляю, я не буду в это играть и так далее. Так что... посмотрим. Опять же, блин, «Крестный отец» — отличный фильм, классика, можно сказать, кинематограф, по нему игра. Что там будет? Шутан, GTA Style, я, честно говоря, даже слабо себе это представляю. Потому что, ну, какие события были в «Крестном отце»? Да, по сути, там этот Аль Пачино застрелил полицейского и этого Солоцу. Да, меня занесло. Меня занесло, прикиньте. Вот радость. Там убили брата старшего Сантино. И, по сути, все, и в конце он покарал всех, кого надо было покарать. По большому счету и все. Я, честно говоря, вот слабо представляю. Но, может быть, эта игра по мотивам, очень сильно по мотивам. Опять же, как говорится, за спрос денег не берут. Просто посмотреть, почему бы нет. Учитывая, что я игры ни хрена не покупаю. Еще не скрываю ни от кого. Посмотрим. Но, опять же, мото-гран-при очень надолго. Потому что... минимум 4 вечера я буду проходить режим новичок, ну, сложность. Я думаю, 8 минимум у меня уйдет на про, на чемпионов. Я даже прямо загадывать не хочу. Тут бы батл тоз да пройти бы уже окончательно, да постримить уже, то есть на чисто. Хотя бы несовских. Я там уже, думаю, за этот месяц всех, которых я хотел, это уже просто нереально будет. А времени на все не хватает, не хватает, чисто физически. То есть здесь два варианта. Я забиваю на все и начинаю просто стримить и играть. А так просто по умолчанию на самом деле не получится. Либо все-таки совмещаю, то есть играю не так много, но при этом делаю остальные дела. А лучше все дела делать по большому счету летом. Всякие ремонты, стройки и так далее, всякая помощь. На самом деле, летом у меня и работоспособности гораздо больше.
Потому что пусть там хрен с ней жара, но все равно работает это лучше, чем в дождь, в сырость, в холоде и так далее. Уж тем более зимой под снегом, ну представь, что-либо делать. Как-то мне выпала такая доля в мороз чинить машину. Ковыряться голыми руками под капотом в мороз под двадцаточку с воющим снегом, с воющим ветром, снегом, и стоя уже в снегу чуть ли не по коленку. Это просто эпическое занятие. По-моему, все-таки вот выбирая между этим пройти там на сложности легенды там один сезон, лучше все-таки на сложности легенды. По крайней мере, ты это будешь делать в тепле и не ледяными руками, которые же хрен че чувствуют. Вот как-то так. Ну что, и залив у нас пройден, уже 13 этап позади, за 4 минуты. Так, экшен-адвенчур жанр, если кратко, то GTA... А, ну вот то, что я говорил, играть писать за Джона Трапани. А кто такой Джон Трапани? Я что-то ни в одном из трех фильмов не помню такого товарища. Ну-ка, мне интересно, рассказывай. Ну, точнее, пиши, рассказывай, да. Сказал тоже. Так, ну что, очередной косарь, 14 этап, Малайзия. Тоже длинный трек, скоростной, но опять же не особо примечательный. Но прорисовано, посмотрите, на море слева. И вообще пальмы, горы. Все как надо. Хочется даже прямо шагнуть в экран и зайти вот на этот берег, погулять. Я знаю, что в Малайзии страшная жара и влажность. Я уже рассказывал про своего малайзийского друга, да и вообще знаю, что это такое. Ой, вот дурак, а, ну вот реально дурак. Просто вот ошибка наиглупейшая. Наверное, уже отвлекся. Вот деревянный мостик. Звук, что мы едем по деревяшечке, хотя, по-моему, такой же, как и по брусчатке. Ничего себе! Вот это меня... Вот это я подпрыгнул. Ни хренаво. Ни хренаво. Новый японский мотогонщик. Ни хренаво. Слушайте, вообще, что случилось-то, а? Все ж было... Были ж люди как люди, вдруг стали дураками, как в фильме «Брат 2» этот таксист говорил. Вот так и я, вроде ж ехал-ехал, а тут такое. Ужас. Вот там женский... Автотюненный или вокодерный вокал, это, по-моему, тема Португалии. Тоже, блин, какой-то вот эти вот барабаны высокочастотные с огромным темпом. Не очень мне нравится. Я понимаю, что это, да, для скорости самое то. Тем более, по-моему, как раз таки в середине нулевых Drum and Bass был достаточно модным. Просто этот жанр не особо, поэтому сомневаюсь в своих словах. Вот один из друзей меня там как раз таки так сказать, ближе к концу нулевых там, вот я на Drum and Bass подсел, послушай, и тоже тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Вот это вот. Так, мой любимый бордюр. Вообще не забуду его никогда в жизни уже. Кстати, я проехал по траве, но это не считалось. Самое интересное. Тихо. Тихо, блин, что меня все пытается выкинуть на... Короче, выкинуть меня куда-то пытается. Я заезжаю чуть на эту горочку. То же самое, вот уже упираюсь в максималку. Так,
Пророки Кайле нам показывают некого Джона Джонни Трапа, не человека чести. Угу. О как. Так, что-то я не понял, единственное. Как мы можем играть за этого Джона Трапани, если его убивают? Какие-то странные вещи. Ладно. Ну, все то же самое у нас по стартовой решетке. Справа, кстати, вон какой-то мостик рыбацкий, я бы сказал. Вон там водичка еще под ним. Хотя можно, кто знает, может это так, такие жилые хижины. Все может быть. Ох, блин, было близко, чуть-чуть не снес. Чуть-чуть не улетел, мог кубарем укатиться. Но вот опять же, да, в максималку здесь упираешься. Максималка невысокая, 268, это не 300. 3 или сколько там у меня было MotoGP вчера, это учитывая, что прокачка была куда слабее. Такой трек, в общем-то, не сказать, что сложный, да, тут есть несколько поворотов, которые надо хорошо проходить, а не как я сейчас. Но ничего сверхъестественного тут нету. Трасса как трасса. Ну вот только вот такой поворот, который медленнее, чем кажется. Часто повторяемое выражение, но тем не менее. А так все, посмотрите, какая классная гора, прям вообще. Очень интересное место тут прорисовано. Даже если это вымышленно, ниоткуда не взято, все равно это сделано очень атмосферно, я считаю. На этот раз и длинная. Несмотря на то, что она очень скоростная, минута 22 время прохождения. Неужели тут такое одилище будет на поздних уровнях сложности, что вообще прям жуть. Вот здесь я что-то теряю, слишком перетормажу в этом повороте медленно. Такое ощущение, что я осторожничаю. Опа, мой любимый бордюр. Чуть меня не затроллил, подкинул, но не сильно.
Не догнали мы нашего любимого Фиорино, но тем не менее. Для этого лучше посмотреть одну серию, как игру играют. Ну, логично. По идее, игра по фильму должна быть хорошей, если не середнячок. Первую часть понравилась, вторую никак не поиграю. Ну, но для меня это какой-то вопрос сложный, потому что я, конечно, все понимаю, но он... На той же Денди хватает тоже игр по фильмам, по мультфильмам, и не соответствуют они частенько сюжету. Но, тем не менее, некоторые из них хорошие. Ладно, посмотрим. Когда только это будет, неизвестно. Опять Нишикава второй. Преимущество в очках почти в два раза. Очередная штука баксов нам падает. Ну что, Австралия, пустыня. Ну, Outback это тоже что-то вроде загородное место. Интересная, кстати, особенность. Трасса здесь широкая, так еще вот эти вот куски асфальта, что по бокам, они тоже считаются асфальтом. То есть по ним тоже можно ехать. Как это ни странно. Таким образом, вот, можно... Вот, пожалуйста, очень здорово. Это вроде как бордюр считается. Таким образом, это очень помогает. Ой, аккуратненько. Такая трасса тоже из разряда ни о чем, ничего тут особенного нет. Ничем она прямо-таки не запоминается. Опять я в пробку попал. Ой-ой-ой. Поэтому здесь мы особо задерживаться не будем. Смысл как-то. Ну и хорош. Все, пол есть, бог с ним. Все. А, нет, хотел сказать, та же первая четверка. Нет, Кевин Лоутон на четвертом месте опередил Мюллера. Чем-то я уже говорил, что... Ого, ничего себе, я на горку взъехал. Обалдеть. Чем-то мне это Альберт Парк напоминает. Ну, конечно, Альберт Парк куда интереснее. Ничего себе, меня Нишикава почти догнал. Офонареть просто можно. Такое ощущение, что они тоже прокачиваются к концу чемпионата. Это, кстати, очень плохо. Это может потом сыграть очень плохую шутку со мной. Думаю, что ты вроде прокачиваешься, на самом деле они тоже. Учитывая, что трассу я проходил довольно ровно, да, вот это падение, конечно, неприятное. Ну, плюс там, по-моему, ошибочка была. А, не было. Блин, какой медленный поворот, прям вообще жутко медленный.
Наконец-то его прошел ровно. Это радует. И время сейчас тоже должно порадовать. Да, из минуты даже вышло, ничего себе. CJ в GTA называли и CDodge, и CJ, полностью Карл Джонсон, Смоук, Паровоз, Свит, Сладенький. Райдер, остальных не помню, надо будет с тем русификатором на стрим поиграть. Ну это да, это вообще, конечно. Пол есть, Кент Пол. Потрачен. Ну да, в общем, да, русификатор, который охладит свое трахание, да, это веселый русификатор. Там еще, по-моему, половина катсцен вырезана, а то и все. Помнится, да. Когда только-только GTA San Andreas появилась, когда в прокате хрен достанешь его, но постоянно у кого-то было на руках, и ты несколько дней подряд ходил. Наверное, друг мой ходил, у меня-то компа еще не было, чтобы себе забрать. Вот что значит без интернета. Вот так вот. Так, ну что, последний этап, Севилья, такая трасса более-менее неплохая. Достаточно короткая, достаточно быстрая, но есть и медленные участки. Тоже вот интересно вот эти строения, достопримечательности выстроили. Тихо. Опять пробка, ну уже я не удивляюсь. Почему-то у меня только синие шлемаки, что очень странно. Да, вот этот вот тролльский момент, где нужно сбрасывать скорость и уходить влево, чтобы на мост попасть. Ну и все, первый. То получается за 2 часа пройдем полностью. Ну да, разница есть. 2.40 или 2 часа. Здесь все то же самое. Там Ода в меня уперся. И вышел, кстати, на второе место пока что. Посмотрим, останется ли он вторым. Тоже такая чисто городская трасса, вокруг одни стены, конечно, гораздо шире Праги, безусловно. Но опять же, ничем она сильно не удивляет. Тоже он максимальная скорость, упираемся в максималку по скорости. Ну ладно, кстати говоря, сколько бы я ее не качал, что она так 268 и выдает. Я так понимаю, все-таки это предел мотоцикла. Там уже нужно либо апгрейды покупать. Ну вот, из минуты вышли на трассе.
Вновь мы догоняем Феррино. Он, естественно, очень рад этому. Один хрен идет последним. Ну и все, сезон закончился. 73-22 рейтинг. Так, в Японии тоже была на PS2. Если убивать прохожих, то деньги не выпадают из трупов, трупы нельзя избить. Несколько миссий вырезаны, не затрагивающих основной сюжетную линию, которые были связаны с... Ага. Вот оно что. У нас это 1С, русификатор получше фанатский, по-моему, лучше всего. Ну, хрен его знает, я вот русификатор, если честно, особо не помню, какие там какие были. Вот. Сам вот этот жесткий промтовский, честно говоря, уже так. Очень смутно. Ну все, вот, преимущество 40 секунд. Ода все-таки приехал вторым. Ну и вот она, окончательная классификация. Почти в два раза я опередил Нишикаву. Ода третий. Там очень далеко Мюллер, Лоутон, Дойл, Монтес, Куртсайт и Террет. Ферино, Фразелли вообще по нулям. По Фразелли я даже не помню, чтобы участвовал. Ну, собственно, все. Сезон закончен. Итак, поздравляем. Вы завершили Extreme 600, сезон Extreme 600. Заняли первое место с 400 очков. Можете продолжить свой прогресс в следующем сезоне. Да. Вот так. Ну, особо даже и борьбы, можно сказать, не было. Итак, следующий сезон в Extreme 600 будет Pro, ну, что логично. Ну, это здесь. Теперь уже все, я могу начинать Extreme 1000, а вот Extreme пока нет, ну, что логично, опять же. Даже интересно, какой байк я себе могу купить. Вот за 16500 как раз. Игнасио Кафе Р. Можно Семьяку, Семьяка Хаяку. Веселое название. Ну, до таких еще далековато дело. Кстати, а если Extreme 600 взять? Что я там могу купить? А, ну то есть вообще любой абсолютно уже. По бабкам все отлично. Ладно, посмотрим. Так, ну что. Два сезона на новичке. Да, Сумияка, Хаяка, весело. Джим, дальнейший О, Гранд Эндрю Геймер. Давай вот без этих громких слов, пожалуйста, Винт. Значит, смотрите, у меня будут выходные, получается, пятницу и субботу. В пятницу мне предстоит неприятная процедура удаления зуба мудрости. В середине дня. Хрен его знает, как это пойдет, хорошо или плохо. Приятного точно будет мало. Может быть, даже... там, вплоть до разрезания и зашивания десны. То есть, совершенно непонятно, каким я буду вечером. Но я постараюсь быть более-менее огурчиком. 2 часа на новичке Extreme 1000, я думаю, все-таки затащу. В субботу меня пригласили на одно рок-мероприятие, рок-концерт. Там чисто ради съемок поснимать две команды. Не мейн-эвент, скажем так. То есть, они будут выступать, скорее всего, в начале. Вернее, команды, сольный исполнитель. Этим людям я, в общем-то, обязан. Мне один из этих людей мне очень сильно помог в начале этого года, поэтому помочь тоже надо. Единственный вариант, я могу вернуться домой к 10 часам и начать стримить в 10. Если позже, то позже. Вот так вот. Такие-то у меня дела на пятницу-субботу. Что зубом стрясать? Зуб мудрости. Просто-напросто он растет под углом 45 градусов. И он начал гнить. То есть у него там пульпит, ну, это можно загуглить, что это такое, рассказывать не буду. Поэтому его нужно удалять, иначе он, во-первых, сместит, он давит очень сильно на все остальные зубы, чего, скорее всего, у меня головные боли. А во-вторых, вот это гниение может перекинуться на остальные зубы. То есть там случай очень неприятный, и вот надо это исправлять. Ну, в общем-то, терпеть очень тяжело, сидеть на таблетках или еще чем-то. Мало приятно, хотя и так терплю достаточно долго.
Ну, в общем-то, что я тебе могу сказать, Винт, стрим, конечно, и в любом случае я хотя бы хоть чуть-чуть посмотрю запись. Или, если что, напомнишь мне в ВК, ты знаешь, где меня искать и как писать. Так что вот так. Да хрен его знает насчет возраста. Они росли-то зубы. Видишь, как все, большинство мудрости это росло мне просто через одно место. В том смысле, что все под углом. Не ровно вертикально, а именно полулежа на боку. Такие дела. Да, конечно, пиши. Единственное, опять же, на работе у меня тоже с интернетом тяжко. У меня мой величайший МТС ловит плоховато, но как связью я доволен. Поэтому пиши, если что, вечером обязательно напишу в ответ. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Спокойной ночи. На этом заканчиваю. Все, до свидания. Спасибо за внимание.